Киевский военный лицей имени Гетмана Богуна принял свои ряды новобранцев. Теперь ребята будут осваивать военное дело. На празднике будущих защитников Украины побывала Алена Клюско. Новый учебный год в Киевском лицее Богуна начинает с минуты молчания, чтобы почтить память погибших защитников Украины. Первое сентября у Влада проходит по-особенному. Вместо школьной формы – военная, вместо первого урока – построение. Парень решил посвятить свою жизнь службе и защите Родины. Мне нравится военное дело. Я хочу стать настоящим офицером. После этого лицея я пойду учиться дальше в высшее учебное заведение. Отец Влада, Александр, тоже военный. Рассказывает, очень рад, что сын пошел по его стопам и выбрал благородную профессию. Я никак не влиял на выбор сына. Он с детства интересовался военной техникой и оружием. Ему очень нравилась форма. И он сам выбрал себе профессию. Решил, поехал и поступил. Теперь будет учиться. А вот для Никиты это последнее построение в стенах лицея. Говорит, о своем выборе ни разу не пожалел. Я с детства хотел быть военным, быть офицером вооруженных сил Украины. Как только закончу обучение и стану профессиональным офицером, то сразу пойду защищать Украину. Возглавляет лицей герой Украины Игорь Гордичук. Легендарный «Сумрак» вместе со своими бойцами стойко держал оборону на Саур-могиле. Был тяжело ранен при выходе из Иловайского котла. Своих учеников называет будущей элитой вооруженных сил Украины. Мы возлагаем большие надежды на наших лицеистов. Мы их воспитаем, мы их научим. И они будут хозяевами на своей, освобожденной от оккупантов земле. Я очень благодарен всем, кто прилагает усилия, чтобы будущее вооруженных сил Украины было лучшим, чтобы это новое поколение продолжало путь в цивилизованную и демократическую Европу. Кульминация торжества. По традиции, второй курс передает погоны новоприбывшим. Теперь они настоящие лицеисты. Алена Клюско, Владислав Смирнов, UATV.